Как одному и тому же объекту можно присвоить несколько разных текстур. Но обычно мы знаем, как какому-то одному объекту присвоить какой-то материал или текстуру. Мы берем, выделяем объект, он у нас уже выделен. Создаем материал. К примеру, пускай у нас будет синий какой-то материал. Проверяем в рендере. Вот у нас присвоился материал. Но как нам выделить разные части этой сферы и присвоить им различные материалы? Как это можно сделать? Ну, для начала давайте создадим три разных материала. Пускай второй у нас будет какой-нибудь оранжевый. И третий пускай будет какой-нибудь зеленый. Вот у нас есть три материала. Вот у нас уже есть сфера, которая полностью вся синяя. Что нам нужно сделать, чтобы какие-то ее части выделить другим цветом и присвоить им другой цвет, другой материал или текстуру? Переходим в режим редактирования, Edit Mode. И здесь нам просто-напросто нужно выделить то, что, чему мы хотим присвоить другую текстуру. Можно выделять конкретно отдельно полигоны какие-то через Shift, да, если мы много хотим. Можем просто включить вот этот прозрачный режим, чтобы выделить насквозь вот эту часть, и пускай она у нас будет зеленая, к примеру, да. Но здесь уже недостаточно просто выбрать материал нажатием, здесь нужно присвоить, assign, назначить этот материал сюда, assign, и вот он у нас получился зеленый. И точно так же можем сделать с низом, пускай он у нас будет оранжевый, assign. Все, у нас получилось три различных материала, три различные текстуры на одном объекте. Ну или можно поиграться немножко и зайти в Select, Select Random, то есть случайное выделение. И мы видим, да, что здесь у нас идет случайное выделение. Здесь у нас 50% фейсов выбрано. Мы можем увеличить их число, можем уменьшить их число. Можем также поиграться с хаотичностью, с вариантами, да, разброса выбираемых фейсов. И точно так же можем выбрать цвет, который нам нравится. И нужно его присвоить, assign. Вот, и мы видим, да, что материал присвоился выбранным плоскостям или фейсам.